Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. Поехали. Мы с вами остановились. Да, именно вот здесь. Так, улучшение. Давайте-ка, наверное, что-нибудь улучшим. Так, что же нам может пригодиться, а? Ну-ка. Метеориты поджигают землю и находящихся в этом месте врагов на 5 секунд. В принципе, годно, я думаю. Так что давайте сделаем это дело. Все. Больше очков, к сожалению, нету. Ну и не беда. Продолжаем играть. Поехали. Гулкие рудники. Генерал, вы спасли нашу столицу. Теперь король поручает вам продолжить безопасный путь через горы, чтобы разбить армии Везнана. Первой остановкой станут заброшенные гулкие рудники. Сейчас их населяют тролли Хакража. В этом походе вам поможет бригада королевских мушкетеров. Вот даже как. Хорошо, давайте посмотрим, что это будут у нас за мушкетеры. Башня стрелков 4 уровня. Мушкетер. Самая большая дальность и очень высокий урон. Отлично. Так, враг у нас пойдет сверху. Мы вот здесь будем стоять и обороняться. Так, хорошо, приступим, пожалуй, мы здесь с артиллерией, с бомбарды с нашей. Так, далее мы поставим, пожалуй, даже не знаю. Давайте лучников. Здесь поставим магов. А вот здесь мы с вами влепим ополчение. Я думаю, что это будет вот как-то так. Так, деньги еще есть? Есть. Давайте, наверное, улучшим вот так вот. Ну что, поехали, попробуем. Ну, так, 10 разбойников для начала пойдут у нас. Погнали. Ха, бегут казачки. Ладно, встретим их. Если что, мы сюда с вами еще и подкрепление вызовем. 16 волн у нас здесь намечается. Что-то их, по-моему, далеко не 10, кажется. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, 10. Все правильно, не обманули. Ух, готовимся. Я еще могу ополчение вызвать, так что сейчас. Потом вот здесь, наверное, ребята, застроим, да? Отлично. Пока все превосходненько. Зарабатываем, как говорится, денежку. Улучшаем лучников. Так, ополчение, где вы у меня тут? Давай сюда. Вы должны быть на страже. Ну что, вызывай. А, они... Куда ты там побежал-то, эй? Не понял, они... Так, подвох. Ребята сейчас откуда-то выползут. Типа скоротали себе путь, да? От... Вон они. Значит, и отсюда могут пойти. Вот хламончики, а. Так, надо, наверное, сюда что-то поставить. Давайте вот так вот сделаем. Хотя надо было лучше магов поставить. У них, по крайней мере, они могут пробивать броню тяжелую. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Если что, переиграть никогда не сложно, да, ребят? Ополчение. Ну. Идем хорошо, вообще замечательно. Пока еще никто не прошел, но это только начало, ребят. Так что радоваться еще пока нам рано. Давай, 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 давай. Стоят там, что-то думают. А ты-то что, эй? Как тебя там? Геральт. Стоит, прохлаждается. 131 голда уже. Так, не, никого не пропускаем. Для магички нужно 160 голды, чтобы ее улучшить. А нам ее в любом случае лучше улучшать. Так, а здесь? Здесь можно. Смотрите, мамонт замерзший лежит в глыбе. Жалко, его нельзя освободить. Козы, чё козы стоят просто так без дела? Бадали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Летучие мыши. Опачки, а это плохо, ребята. Это очень плохо. Так, расстреливаем. Блин, неужели придется мне... Сейчас посмотрим, как у нас все это дело пройдет. Если большая часть сюда вот продвинется, нам придется с вами метеориты использовать, естественно. Слушайте, довольно плотные они идут. Но ребята у меня не отстают. Расстреливаем их потихоньку.
Да, я думаю, никто не пройдет все-таки. Ну, добили и последнюю добиваем. Так. Ёпрсте, эти у нас ребята шустрые. Улучшаем. Ха-ха. Куда собрались? Так, здесь у меня, если что, ребятушки стоят. Я думаю, перехватят на худой конец. Давай, давай, давай. Вот так вот. В помощь. Без помощи мы никуда. Ну что, ребята, пока все по лайту у нас. Идем превосходно. Да сколько же у вас? Так, это у нас что, тролли пошли уже? Тролли, значит, ну-ка. Тролль. Очень сильные воины, быстро залечивающие свои раны. Ага, вот так вот, значит, они еще и хиляться здесь будут. А мы вот так сделаем. Улучшим, как говорится, наш магический пост. Ох, елки-палки. Эти варги побежали, сейчас где-нибудь вылезут. Оу, лучники, как же так вы их плохо пробиваете? Ай-яй-яй, куда бежишь? Ничего себе, разогнался он. Ладно, с этим справились. Вот тут вот основной наплыв идет. Так, шестая волна это у нас. Пока держимся. Я даже вот так вот сделаю. Маленько надо задержать их. Слушайте, я могу же ополчение свое... Вот... А, нет. Нет, вот сюда могу передвинуть. Да, и тогда улучшим их, наверное. Так оно будет, наверное, поэффективней. Да, of glory. Вот тебе of glory. Надо лучников... не хватает маленько. Или лучников, или лучше мне... Моих ребят лучше. Давайте солдат лучше улучшим. Они будут задерживать их подольше. И, соответственно, у меня в это время будут расстреливать башни. Да, как раз то, что нужно. Эффекта мы с вами добились. Что-то волна за волной идет без остановок, без всяких, а? Вот сюда бы нам бомбарду еще одну поставить. Бэйби. Давай, стреляй. Отлично. Метеоритом мы еще пока не воспользовались. Это замечательно. Ну что, я думаю, что следующую волну можно смело вызывать. За это нам дают деньги, как говорится. За досрочный вызов. Что-то у меня Геральт как-то второй уровень всего имеет. Но он правильно не дерется, не шишат. Но отсюда уходить нам тоже нельзя, потому что они могут вот из этой пещеры попереть. Зимний волк. Хитрый и смертоносный. Они способны бросить вызов сильнейшим из воинов. Ну, зашибись. Еще лучше, где? Вон они, белые. Ай-яй-яй. Как же тут. Так, а мы же с вами можем мушкетеров же призывать, да? Ну, для этого нужно развивать до 4 уровня башню лучников. Так, смотри, 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 что творят. Давай, сдерживаем. Отлично. Так, Геральт, давай. Эй. Ну! Да ну нафиг! Пробежал, как он мог? Вот чертополох, а. Давайте. Мечники. Блин. Только к одному подготовишься, как тут уже летуны начинают осаждать нас. Ладно, должны простоять. Хорошо, что здесь лучников у нас много. Они не должны пролететь. Слушайте, ну маги, мне кажется, как-то поэффективнее. Ну, лучники зато, по-моему, быстрее стреляют. Ёлки-палки, а у меня метеорита здесь нет, ребята, больше. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот и мушкетеры, в принципе, подоспели. Надо будет только накопить на них. Вот. Нет, 230 нужно. Ай-яй-яй. Давай, чуть-чуть еще осталось. Во. Нарбулька. Так, это у нас мародеры маршируют. Блин, ну как же мы одного волка-то пропустили, а? Ё-моё, зимнего-то этого. Ну, чего-чего, никак не думал. Ну, я надеюсь, все-таки мы получим 3 звезды. Или нет? Увидим. Не будем загадывать. Так, это что у нас тут еще? Лучник теней. Ох, сейчас моих рыцарей бедных расстреляют. Да хорош вам такой армадой-то идти. Ни одного еще не подбили. Давай вот так вот сделаем.
Тю-тю-тю. Вот это, по-моему, попадос, ребята, сейчас будет. Так, Геральт, ты у меня салабон, блин. Я надеюсь, протянешь хотя бы. Ну, не ноги, естественно, а время. Ты смотри-ка, как печалька. Не-не-не, вроде все нормально. Выровнялись, ребята, все, фу. С облегчением вздохнул я. Темный рыцарь, а эти ребята, по-моему, еще крепче. И разбойники. Блин, давайте улучшать бомбарду нафиг. Бомбарда, я надеюсь. Так, ну этих лошпенов мы сейчас распинаем. И опять эти лучники бегут. Хорош, хорош, подлагивать не надо мне тут лагать. Ага, самые хитрые, да? Смотри. Пошли они коротким путем. Нет, не пройдете, гады. Метеорит, как же ты долго копишься у меня. Ты смотри-ка. Отойди-ка вот сюда подальше. Давай их вот отсюда. Нет, ну этого-то надо обязательно заколбасить надо. Стрелки, вы стреляете? Да, стреляет, все. Бедные лучники упали. Ах ты, Геральт, Геральт. Не пройдут. Всех заколбашу. Все, ребята, улучшаем. Я вот только не знаю, что лучше сделать-то нам. Магов или... Так, кто тут у нас? Ёкаламане. Давай так сделаем. Больше улучшений нельзя сделать. Так, и магичку сейчас улучшим. Обязательно сделаем ее. Хотя... Нет, лучше магичку. Потому что они в броне в тяжелой, а у нас только маги пробивают хорошо броню. Оу! Че, серьезно, что ли? Вот такая вот толпа идет. Это уже далеко, ребята, не шуточки. Далеко. Блин, метеорит не успеет, наверное, накопиться. Надо было мне, блин, этих святых паладинов делать. Что это такое? Паладины восстанавливают 40 очков себе жизни. Это, конечно, было бы круто. Да что ж мы не заработали еще все денег, что ли, на... На, и пробиваются. Давай, 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 ополчение. Давайте задерживаем их маленько хотя бы. Ох, ёкаламаны, как же. Не-не-не-не-не-не-не, не пройдете, гады. Фух, вовремя у меня метеорит подоспел. Опять эти белые волки, вот они хитрожопые бегут. Так, это что у нас такое? Дальний выстрел. Моментально убить врага. Давай. Моментально. Эй! Фух. Не прошел, а? Отлично. Как же я его увидел-то в последний момент? А эти разбирают моих рыцарей. Причем довольно так лихо. Будем паладинов делать. Невероятно повышает защиту. Да, вот это нам нужно. Ух. Ё-моё. Но это еще, ребят, не последняя волна. Еще будут идти, идти, идти. Так, ладно, с этими псами, я думаю, справятся сейчас мои ребята. Так, они, наверное, сокращают путь. Да, по-моему, по сокращенному пути пошли. Давай, иди сюда, будем прикрывать сейчас. Встаем. На защиту. Так, не хватает бабла, не хватает. Мне бы 320 голды, ребята, нужно. Ох ты, какое просто наказание для меня какое-то. Смотри, со всех щелей, откуда только можно, выползают. Фу, хорошо, что у меня все-таки паладины прокачаны, а. Не зря, не зря это было сделано. Атаки паладинов могут завершиться святым ударом. Нет, пока нам не до святых ударов. Вот нам нужно что делать. Фух, вроде держим пока оборону. С натяжечкой, но держим. И у нас какая-то волна, смотрите, тут горгулей 40 штук. Ёкаламане. Надо улучшать своих лукарей. И вызывать этих горгулей, а. Блин, ну все-таки один волк проскочил, а, ну. Ладно, не будем о грустном. 40 горгулей сейчас на нас полетит. Это уже действительно испытание для наших лучников. Ну, посмотрим.
Ой-ой-ой, как долго разбираете их, конечно. Бесконечная какая-то волна просто. Я даже не знаю. О! Так, пока справляются потихонечку, но дело идут. Давай-ка здесь 230. Давай вот так вот попробуем. О! Эльфы, наши друзья. Неужели мы выстоим, а? Смотрите-ка, пока все удачно идет, ребят, все удачно. Если что, мне придется метеорит использовать, чтобы эти упыри никуда не пролетели дальше. Хотя мы, кажись, да, справились. Фу, отлично, повезло, просто круто причем. 300 очков, и я смогу выучить. Волшебники умеют перекраивать реальность и разить врага смертоносными лучами. О, это бы нам не помешало. Давай, жарь по ним. Круто. Вот это хорошо. Лазером таким бомбит. Куда собрался? Далеко не убежит. Так, мне бы своих паладинчиков бы еще как-то немножечко подразвить. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Как тролли. Жесть какая-то. Это, кстати, последняя волна, ребята, у нас. Нам нужно продержаться во что бы то ни стало. Вызываю подмогу. Ядрёна вождь, да как же тут все. Давай терновник поставим. Еще один, еще один. Надеюсь, это хоть как-то сдержит вражин. Почему они не применяют, а? Терновник-то этот, зачем я им изучаю? Все, ребята, прошли. Дайте, пожалуйста, мне 3 звезды. 1, 2, 3. Фух. Отлично. Продолжаем. Ух. Да, наплыв такой. Это что дальше будет, я не представляю, ребят. Получите этих крутых героев. Угу. За 67 баксов. Я, пожалуй, перебьюсь. Открыт герой. Еще один. Волевой и могучий герой. Лучше не стоять у него на пути. Так, ХП, отлично, атака. Ну-ка посмотрим с Геральдом. Атака круче будет, но немножечко медленнее. Да, я, пожалуй, выберу этого Малика. Так, и можем улучшить себе что-то. Строительство и улучшение башен магов стоит на 10% дешевле. Строительство и улучшение артиллерии стоит на 10% дешевле. Увеличивает урон от метеоритов на 25%, снижает время перезарядки на 10 секунд. Ого. Так, ну я думаю, что мне надо, наверное, артиллерию выучить все-таки. Давайте. А, подожди-ка. Нет, почему? Вот. И сделаем еще, наверное, магов. Артиллерия и маги. Основа основ. Ну, еще, конечно же, идут у нас лучники. Ну что же, поехали, ребята. Следующая миссия у нас. Хотя, подождите, у нас 1000 кристаллов. Давайте посмотрим, что в магазине-то мы можем приобрести. Здоровяк с бомбами. Вам хватит всего одной, чтобы зачистить поле боя и забрать военные трофеи. Просто скажите, куда ее бросить. Наверное, крутая вещь. Так, динамит. Замораживает врагов. Разбить стекло в чрезвычайной ситуации, чтобы получить еще 5 жизней. Это, я так понимаю, для базы. Нельзя надеяться на авось. Запаситесь золотом перед битвой. В каждом мешке содержится 500 золотых. Ага. Заморозьте мир. Магия, заключенная в этом поске, заморозит всех злодеев и не даст приблизиться новым. Заманчиво. Но мне вот эта вот бомба нравится. Не знаю, ребята. И динамит вроде бы. Разрушение гарантировано. Давайте я возьму, наверное, вот этот вот посох куплю. И... давайте вот это возьмем. Это, ребят, на всякий случай. Если вдруг я где-то не буду успевать. Бывают же такие моменты? Бывают. Перестраховываемся просто-напросто. Ну что же, погнали. Переход ледяных ветров. Нет на свете места холоднее, чем переход ледяных ветров. Но нужно идти вперед. Наши люди постоянно подвергаются нападению троллей Хакраджа, а разведка сообщает о близости врагов и чего-то другого, более дикого. Спасибо. Обалденные просто новости, я вам скажу.
О, казарма 4 уровня. Зал варваров. Призывает вооруженных топорами варваров, быстро выкачивающих врагов. Угу. А, выкашивающих. Хорошо. И артиллерия 4 уровня. Большая Берта. Разрушительное оружие, наносящее огромный урон по площади. Хорошо. Так, ребята, ох ты, как близко-то будут. Как близко. Так, а это что у нас? Смотрите-ка здесь. Потайная пещера. Эта пещера обросла льдом много веков назад. Ну, а нам-то что от этого? Давайте. В общем, у нас вся заварушка будет где-то вот на этом пятачке. Скажем так, перевал Дятлова. Ну что же, тогда нам надо сделать, пожалуй, вот сюда мы поставим бомбарду. Сюда своих ребят, ополченцев, пускай стоят. Здесь мы прикроемся лучниками и магией. И также вот здесь надо ставить, наверное, тоже еще одну бомбарду. И вот эту бомбарду прокачать. И мага качнем. Ну что, ребята, попробуем. Была, как говорится, не была. Так, подойди сюда, Малик. Малик, я тебе сказал, иди сюда. Ты мне здесь нужен. Какие-то паучки идут. Ладно, это все мелочь. Мы их быстренько сейчас раскромсаем. Подкрепление у меня, если что, есть. Вызовем. Так, это у нас эти матриархи, да-да-да, именно они. Но здесь нам сказали, что приползет что-то более могучее, чем обычно вот эти вот паразиты мелкие. Так, ополченцев нужно тоже прокачать. Это у нас, как говорится, самый последний оплот. Так, подкреп. Подкреп, обязательно подкрепление. Так, все, с этими справились. И улучшим. Вот так вот. Что у нас там следующее идет? Мародеры, а, налетчики. Налетчики, залетчики. Блин, могу я сделать? Что с ним делать-то, а? Странно как-то. Слушайте, подождите секунду, а может быть... Нет, не может. Я думал, знаете, может разбить как-то. А хотя... Может быть, действительно он может разбить. Ну-ка. Нет, что-то он ни шиша тут не может. Давай-ка. Странно, конечно, немножко. Ладно, возвращаемся. Может быть, надо нам что-то построить? И тогда он нам потом разрешится. Если вообще это, конечно, не для красоты здесь дело. Ну, нет, смотрите, ведь можно же как-то вот призвать. Так, денежек у нас маловато еще. Но я вот думаю, что сюда можно поставить еще, наверное. Давайте лучников поставим. Да, первого уровня, ничтожные, но все-таки будут понемножку кромсать. И вот здесь, кстати, тоже надо, потому что не забываем вот про эту тропиночку. Ну куда ты, тролль, прешь, а? Сломя голову. Кто у нас там в следующей волне? Лучники теней и налетчики. Ясно. Уже бегут. 140 голды накопили. Так, ага, вот здесь мы можем все вот это использовать. Я уже забыл, честно говоря, посох, по-моему, заморозка. Синяя бутылочка тоже как заморозка. 190 монет. Можем вот этих лучников прокачать. Я даже не знаю, что лучше. Давайте вот так вот все-таки прокачаем своих солдат. Хотя вот эти вот сейчас будут стрелять же. Ай. Нет, не добегут. Не добегут, упыри. Малик, отойди, пожалуйста. Вот сюда. Лучше ты будешь у меня вот здесь вот стоять и прикрывать, если что. Да. Кстати, вот насчет покупку денег 500 голды, я думаю, что это, в принципе, неплохо было бы, да? На начальном развитии это можно прокачать. Опачки. Гаргули, да, полетели? Так, у меня здесь лучники. Лучники должны справиться. Кстати, вот против них очень хорошо иметь персонажа-лучника. Он бы хорошо бы здесь помогал. Потому что Малик у нас только вояка. Он не может
летающие цели подбивать. А лучница может. Так, 300 у нас. Ну, давайте, наверное, бомбарду улучшать, потому что здесь пока, как видите, все у нас под контролем. Это что еще? Тролль-чемпион, могучие дикари, вооруженные чудовищными метательными топорами, пробивающие любую броню. Ну что ты будешь делать, а? Вот, только вот их мне и не хватало. Подкрепление. Надо улучшать лучников, блин. Вон они бегут, смотри, громозеки. Да, лучники практически ничего им не делают. Надо было магов. Магов прокачивать, они вон, смотрите, как они жарят по ним. А если этого мага прокачать вообще капитально? Ух, я даже боюсь представить, что будет с этими троллями-чемпионами. Так, не нравится мне вот это совсем. Ну-ка, бомбанем. Ах, пробивает любую броню, смотри, они бросаются топорами. Малик, давай-ка мы, наверное, нет. Должны справиться. Я уже хотел в атаку идти. 288. Прокачиваем. Артиллерия здесь решает. Она тоже этих пробивает. Тяжелых всяких упырей. Кто опять? Кто у нас здесь? Так, налетчики идут. И, наверное, понятно, темные лучники. Ну, если вот это вот, то нормуль. Продержимся. В легкую причем. Так, пошли сокращать путь. Значит, вот здесь сейчас вылезут. А вот это уже хуже. Темные рыцари, ё-моё, их много. И они злые очень. И недовольные. Оу. Так, мы можем с вами... Дикие воители. Вот, воители надо. Строить нам обязательно. Только бы дожить до них. Так, надо вот эту панель открыть, пускай будет на всякий случай. Чтобы я мог... Блин, она закрывается. Хорошо, ладно, пока стоим. Пока все у нас удачно. Вот эту вот, большая Берта. Интересно, сколько? 360 нужно. В принципе, реально накопить, если мы вот здесь вот с вами сейчас отразим эту атаку. И уже будет у нас тут большая Берта. Хотя вот магов тоже надо прокачивать. Они-то жарят здесь нехило. Им пофиг на броню. Какой бы тут ни был, они его быстренько зажарят. И вот сюда бы тоже... Так, завалили? Да. Ну что, вызываем досрочно. Блин, все время забываю почитать, кто там. Волки. Угу. Ну эти гады берут своей скоростью. А это у нас варги, по-моему, уже, да? Да, варги. Здесь нужно очень много иметь подкрепления, потому что эти лопушки пробегают. О, варвары. А ничего, они же должны вроде бы как бросать топоры, но я пока этого что-то не вижу. Просто как обычные вояки дерутся. Ха-ха. Снежные волки не пробежали. Мы их все-таки здесь удержать смогли. Отлично. Берта мне нужна. Так, с двух сторон идут. Кто там? Ай, не успел, не успел, ребята. Ладно, сейчас увидим. Ну, это матриархи. А здесь у нас о, вот эти вот ребята уже, да. Плоховато. Так, маленькие паучки. Вот чем плохо, когда очень много вот этих всяких малышей идет. У нас оружие начинает на них отвлекаться. И в этот момент проходит самые тяжелые силы врага. Вот видите, у меня вот башня бьет вот этих малюток вместо того, чтобы атаковать. О, Берта созрела. Ё-моё, нифига такая громозека. Бум, бомбит. Так, я метеорит, ребята, если что, взял. Поджарим, наверное, тут малька, да? А то как-то я немножко тут... Очкуй, что не пробьемся. Ой, не продержимся мы. Ну, это Берда, да, бьет, конечно, но не так мощно, как я рассчитывал. Вот, вот, что нам нужно. Ха-ха. Совсем другое дело. Вот сюда вот еще бы, кстати, одну башенку магов влепить.
Такой никчемный маг там пиу какими-то, блин, фаербольчиками там стреляется. И этот как жарит. Круть. Еще 8 волн, ребята, впереди. Йо, это что такое? Йети. Огромноподобная обезьянная тварь, блин. Точнее, огромная обезьяноподобная тварь, способная выкосить десятки солдат одним ударом. Очень высокое здоровье, очень низкая скорость, стоит 5 жизней, атака по площади. Прав был, оказывается, дорогой мой подписчик, который сказал, что следующий босс будет Йети. Так оно и есть. Улучшаем нафиг. А, нет, это не босс. Или босс. Нет, какой это босс, ребят, это обычный этот. Но он все равно сказал, что будет Йети. Снежный там какой-то чувырленок. Слушайте, а смотрите, башня магов неплохо их жарит. Я думаю, что пока он дойдет до сюда, блин. Пока он дойдет до сюда, мы вот так вот сделаем. Бум! На удар. Ну, Берта-то сейчас повеселится, да, повеселилась, отлично. Вот как раз для нее, как говорится, развлекуха. Так, а мы можем с вами... Что это такое? Варвары умеют метать топоры в наземных и в летающих врагов. Вот это вот как раз то, что нужно. Ну что, вызываем следующую волну. Гаргулья, 24 штуки. Слушайте, ну я думаю, что мы справимся. Блин, а здесь паучки. Хорошо, у меня вот эти вот бомбарды будут бомбить этих. А маги и лучники заниматься, естественно, горгулями. Так что все у нас под контролем. И как раз все будут в пределе. Хорошо, пока все отличненько. Держим оборону. Подожди, 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 подожди. Что-то мне не нравится, как горгули сюда. Да ладно! Нет, придется жарить, ребята. Да бейте вы, ё-моё. Так, у меня еще варвары, не забываем, они умеют метать топоры. Так что я, наверное, зря паниковал. Я совсем забыл же, что они бросают, точно. И следующая волна у нас темный рыцарь и лучник теней. Ну, это фигня, в принципе. За счет этого я не беспокоюсь. Должны продержаться. Еще 6 волн будет. Ой, какой... Вот здесь бы, конечно, бы бомбардочку бы поставить. И магов... Ах ты, посмотри, они сокращают путь. Они пойдут по короткой дорожке и, соответственно, очень много хп себе сэкономят. И разделение идет. О чем я вам и говорил тогда. Сейчас вот отсюда вылезут. Вот. Вот она, печальная история. Вот так вот сделаем на всякий случай. Так, это что он сказал? Пусковая установка стреляет самонаводящими ракетами повышенной дальности. Ого. Не знал я, что тут даже такое есть. Черт, метеорит, копись. Ты мне сейчас пригодишься, скорее всего. Ох-хо-хо-хошечки. Так, давай подкреп сюда, на всякий случай. Я знаю, что они ложки. Ну, хоть как-то сдержать. Давай-давай, стреляем, стреляем, не расслабляемся. Да кто это-то? Вождь троллей. Вождь способен вдохнуть ярость в сердца собратьев, улучшив их боевой настрой. Ну, замечательно просто. Еще и в ярость их вводит. Фух. Как же все напряженно, а, ребят? И Йети меня этот подводит. Вечно никак не хочет выколупливаться, а? Давайте-ка посмотрим, что это за ракета у нас. Еще прокачаем. Давай по полной. Ой, ракета летит. Ох ты, отлично. Это даже шикарно, я бы сказал. Вообще круто. Так, магов улучшил. Ну вот, вроде бы жизнь наладилась. Я чувствую себя уже как-то хорошо. Можно даже немножко, наверное, расслабиться. Прокачать им, наверное, полностью. Ага, не хватает бабла. И будут они у меня... А, нет, вот еще здесь надо прокачать. Повышает урон варваров на 10 очков. Это лишним, естественно, никогда не будет. Давай, фул, фул прокачка. Так, а это у нас что, босс, что ли? Смотри, идет-то как. Вольготно, а? Ну,
Башня... вот еще надо прокачать. Обращает одного врага в пыль раз в 20 секунд. Это будет круто. Так, подожди, это нам пока не нужно здесь. Ну, Йети, ну... Ты даешь, а? Так, лучники, куда эти хламоны пошли все? Коротким, как всегда, путем. Куда же они еще могут идти? 270 голды нужно. Еще один уровень прокачаем башни. О! Хо-хо! Ну что, посмотрим, кто здесь у нас сможет пройти. Я так лично почему-то сомневаюсь, что кто-то здесь выживет. Хотя вот этот вот хламон идет в ярости. А у меня дождь есть метеоритный, и что? Канаем, вот что. Так, ага. Малик, давай там, не сдавайся. Держи, как говорится, свои позиции. А мы вот с этими лопухами разберемся. Тролли нам не помеха. Хе-хе-хе. Просто разорвали его в хлам. Давайте-ка мушкетеров призовем еще. Без единого, наверное, шанса. Так, не хватает, да? А это что у нас? Телепортирует до 4 врагов на случайное расстояние назад каждые 10 секунд. Вот так вот, ребята. Назад каждые 10 секунд. Ну, я вот это хочу сделать. Раз в 20 секунд обращает в пыль воина. Так, опять йети бегут. Ага. Пройти захотели эти волки у нас. Нет, 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 нет. Даже пускай об этом не думают. Вот эту бомбарду бы, конечно, бы вообще было бы круто еще усилить. Если бы две такие здесь стояло бы. А, кстати, вот это что такое? Кассетный заряд. Кидает бомбу, она взрывается в воздухе и разделяется на три субснаряда. Каждый наносит по 68 очков урона по широкой области. Круто! Улучшаемся, ё-моё. Так, моментально может убить врага. Ну, это шанс, правда, дает, но все-таки. Нет, отлично все. Великолепно. Так, а следующий у нас тут гаргулья, блин, 36 штук. Вот только их мне и не хватало. Вызываем, ребята, чего будем ждать-то здесь? У моря погоды. Бум, хорошо-то как. О, снаряд летит. Зашибись просто, вот эта вот штука вообще красава. Фига у него кассетный выстрел. И горгульки, да, там у нас полетели? Полетели, да, хламонки. Так, матриархи. Ничего у вас тут не получится. Не выйдет, даже не мечтайте. Здесь у меня еще подкрепление вызову на всякий случай. Отвлекают мои эти магические башни, ё-моё. Эти тараканы, блин. Дай-ка я вот здесь вот задержу этих тараканов, чтобы хоть как-то разрядить обстановочку. Что-то не разряжается обстановочка-то у нас. Убейте 2500 врагов. Нифига я тут наколошматил. Дай-ка я еще последнюю выучу. И вот так вот сделаю. Пиу. Ага, ракеты уничтожают не только наземные, но и воздушные цели. Это большой плюс для нас. Так, тролль 10 штук и вождь тролли 1 штука. А мы тогда сделаем, наверное, с вами... Так, мушкетер у нас есть? Вот так. Братьев наших лесных эльфов. Да, они очень хорошо стреляют, причем довольно быстро. Блин, ты смотри, что делать, а? Пошли по короткому пути. Хорош там в бубенцы свои стучать. Укрепляет он их потихоньку. Ракета, бум, и нет, чувачка. Мы даже можем вот так вот сделать. Так, терновник. Почему не используют они терновник? Не пойму я, а? Ребята, это предпоследняя волна у нас идет. Так что продержимся здесь. И останется еще одну. Вот, только что видел, термомник сработал. Но, правда, как-то очень быстро и коротко он
отработал. Но тем не менее задерживает там какие-то доли секунды. Ракета летит, летит, даже не знаю, в кого бомбануть бы ей, да? Бомбардочка. 150 башен я уже построил. Офигеть. Ух, не завидую я врагам. Да, ребят, я хотел, конечно, расстроиться дальше, но, как видите, я тут вот на этом пятачке и обосновался. Сделал все, что нужно для лучшей защиты. Ну, я думаю, что даже если босс пойдет, главное, чтобы он не пошел по короткому пути, если он здесь такой будет. Хотя они говорили, что будет какой-то там мощный зверь. Говорили нам, рассказывали, да? Будем ждать этого зверя. Он, наверное, будет у нас вот как раз на 18-й волне. Не дойдешь. Ага. Много веков назад. Ну и кто здесь у нас? Зимний волк и йети 9 штук. Ну, это не босс, нифига. Это, к сожалению, не босс. Ну, может быть, оно и к лучшему. Почему к сожалению-то, да? Зачем нам лишние, блин, проблемы? Нам и так хорошо. Давай, давай. Ох, как классно разносят. Да, башня, конечно, вот этого вот 4-го уровня вообще замечательная. Так, куда это вы там собрались все, эй? Давай кассетную фигню эту выучим. Никто не пройдет. Мелких очень много. Но, тем не менее, все равно мы справились. Отбой пока. По метеориту. Да-да-да, вот здесь забыл прокачать. Абракадабра. Ох ты, ничего себе там. Да, взрывчики, конечно, обалденные. Идут. 9 штук йети будет здесь. А что же будет тогда в следующих уровнях? Я даже загадывать не буду. Так, черт, вот эти вот пауки как специально отвлекают, а? Так, давай здесь тоже улучшим. Абракадабра. Нет. Держим, держим, держим оборону. Оу. Что-то как-то чересчур. Так, пора на вооружение взять метеорит. Давай-ка я применю. Ох ты. Прокачка, прокачка. По полной программе. Черт, вот этот вот гад мне не нравится. Так, у меня здесь есть заморозка, если что. Но я вижу, она нам не понадобится. У-у-у. Да. Жестокий был бой, ребята. Очень жестокий. Фух. Пойду-ка я, наверное, маленечко, ребятушки, отдохну. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать этот выпуск, так? Ну и обязательно, естественно, увидимся в следующей серии и продолжим проходить эту игру. А на этом все. Всем пока, удачи и до новых видосиков.